вечером. Так, собрались мы с ребятами, вот Заряна уже, актер нашего театра, Константин. Что там показываешь? Привет, привет. Ну, передай привет жене. Привет, любимая. Любимый твой зарабатывает, Константин. Приехали мы на съемку. Сегодня съемка фотосессика. Это тема гимнастика. Будет снимать какую-то имитацию соревнований. Что именно будет, не знаем, но мы приехали вовремя, а режиссер уже опаздывает. Минут на 20. Ждем дальше. Сейчас нам рассказывают, что мы будем делать. Вот Константин снова в кадре. Парень-фотограф. Еще один фотограф. Там режиссер. Главное, чтобы всем максимальное звание дать. Может, будет поинтересней. Вот мой самый лучший снаряд и самый сильный в спорте. Это кольца. Сегодня по-любому захотят, чтобы я что-то показал на них. Но старость, не радость, будет болеть у меня завтра все. Крепатура схватит. Ого-го. Вот еще студия цирковая. Девочки занимаются, хотя это, может, не цирковая, а это художественная гимнастика. Вот у нас обед, ужин, завтрак будет здесь все. Это для блога? Вот девушка-режиссер. Я продюсер. А, продюсер. Я хотел... Вывысили меня в другой области. Ничего страшного, мне наоборот нужно, чтобы там продюсер, там президент, еще кто-то был. Сейчас прыгну сальто с места и постараюсь держать камеру. Боюсь, не удержу. Аж потерялся на простом сальто. Сейчас будет опасный трюк. Фотограф лежит внизу, и Костя работает. Поехали! Сухо там все. Немножко чуть-чуть, да. Немножко поинтересно. А ну-ка. Ну, плюс-минус можно будет его уже убрать. И желтизна, да? Такой более желтый стал. Вот так здесь все получается. Потом обработают ребята. Кость уже весь взмокрел. От работы. Я не взмокрел. Я от работы. Две руки. Ой, очень отлично. Супер. Здесь как раз видно, что две руки чуть подпустили. Ну, да, но здесь самое главное поймать. Ну, да, ну тяжело, что там доля секунд. Я думал, как раз, может быть, ноги врозь ты успеешь заснять в самом начале. Там где разводятся ноги. Так еще ты же не устал, ты можешь еще пару подходов навальнуть. Давай еще раз. Не устал, можно еще... Я ж правильно сказал. Так и быть. Димас, настройся. Настрою. Ты лидируешь. На бабки. Это правильно. Это сессия. Ты же уже устал? Себя поснимай. Вон зал поснимай. Это очень много. Ты что, это у Димы в работе даже нету 6 подходов. Ну,
Это шикарно. Это в этом подходе, да? Угу. Вот две руки, оно оторвалось и... И еще разочек. А сможешь еще раз ту штуку сделать? 50 долларов. Да не, ну... Хорошо, давай. Да сможет, Дима, не ленись. Дима, а тебя с какого ракурса снимать? Отсюда или оттуда? Оттуда просто красивее, оно все захватывает. Подняться нужно. Два чемпиона. Как? Ну то было почетче. Ну прикольно. Ой, да. Ну а вообще, я в Инстаграме сегодня увижу. Боже, как себя любим! Я не могу! Так, верхнее равновесие. Вот, дорогие зрители, я вам сейчас покажу, как артист заснул на съемочной площадке. Эй! Вставай! За что тебе бабки платят? Только 12 часов ночи. Всего лишь. Может быть, начало первого. А я думал, уже тёлочка какая-то будет. Димон, вставай! На съемочной площадке артист уснул. Вот так вот. Что, обед у всех? Все подписывайтесь на канал «Артист рулит». Йоу! А почему? Потому что это самый крутой канал. Точно? Точно. Зуб даешь? Ну, зуб даю. Тогда можно остаться без зубов. Да нет, все нормально. Чемпионы на турнике. Все, выиграли. У Шумура. Все, уже до свидания. Да, и Томи. А, Томи тоже закончил. Эпоха Агиренко и Чумака. Продолжается. 30+, ветераны. Только начали.